чел современный и геймер реальный. Виснешь часами в сетях социальных. Неважно, ты чикса, а может пацан. Все покупаем в компании Титан. Сеть комиссионных магазинов Титан. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. 30 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме на улице Маклина. ЧП произошло утром 23 июля. Все подробности в рубрике «Сводка». 23 июля около 7 утра в жилом доме на улице Маклина произошел пожар. В квартире на втором этаже обгорели холодильник и микроволновка. На месте работали 4 пожарных расчета, эвакуировали 30 человек. Пострадавших нет. На колени вставай! На колени встал! Быстро! На колени встал! Иначе я тебя убью сейчас! На колени вставай! Пошла на... На улице Пугачева у продуктового мини-маркета компания молодых людей устроила драку. По словам местных жителей, молодой человек и две девушки кидались кирпичами и избили 3 мужчин. Очевидцы пытались успокоить дебоширов, но не получалось. Ребята, ради бога, разойдитесь вы, пожалуйста, ради Христа, разойдитесь, а! Сотрудники магазина, рядом с которым и происходила драка, вызвали стражей порядка, но драчуны разбежались до их приезда. Тем не менее, снятое видео направят в полицию для разбирательств. Полицейские за что задержали? Якобы за взлом каких-то контейнеров. У меня в собственности есть автомобиль, Нива с зеленым цветом. И как бы я встретился с другом, и друг попросил вывезти железо. 18-летний ранее судимый молодой человек угодил в полицию из-за железной авантюры. По его словам, друг попросил перевезти железо, которое лежало в кустах. Приятель заверил, что автомобильные запчасти и дизельный генератор принадлежат ему, и предложил сдать все это в металлолом. Так они и сделали, а деньги, 50 тысяч рублей, поделили поровну. Но оказалось, что металл принадлежал нововятским коммерсантам. Отдел полиции номер 3 УМВД России по городу Кирову обратились сразу несколько индивидуальных предпринимателей с заявлением о краже имущества из металлических контейнеров, расположенных в Слободе Красная. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Юношу задержали по горячим следам. На время расследования с подозреваемого взяли подписку о невыезде. Алина Котрихова, место происшествия.